Присягаю на верность Российской Федерации. Сегодня важный государственный праздник. День Конституции отметился значимым событием и для молодых сотрудников МВД. Они в торжественной обстановке приняли присягу. 8 человек дали клятву служить Отечеству и народу. Мероприятие состоялось в Черкесске в музее МВД по Карачаево-Черкесии. Произнесенные слова присяги послушала и Альбина Ламкова. Быть мужественным, честным, бдительным, не щадить своих сил в борьбе за преступность. Ритуал принятия присяги всегда имел особое значение в системе воинских традиций. Поэтому и место торжественного мероприятия было выбрано не случайно. Музей ведомства на протяжении многих лет хранит самые яркие моменты истории Министерства внутренних дел. Проведение церемонии присяги в его стенах оказывает особый, волнующий эффект в жизни каждого сотрудника. Гости торжества выразили уверенность в том, что все 8 человек, сказав слова присяги, будут хранить добрые традиции своих предшественников, с достоинством продолжать дело старшего поколения. В службе выбранная ими профессия потребует гражданской зрелости, ответственности и уважения к правам человека. Молодые сотрудники уже прошли испытательный период с честью и достоинством. И за это руководство МВД предоставило им право принять присягу, сказал, обращаясь к ним, заместитель Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесии Михаил Дневалов. Он вспомнил то время, когда и сам торжественно произносил важные слова. Дело было в начале 90-х. Была гордость за то, что я сотрудник органов внутренних дел. Нас построили на площади около памятника. Мы торжественно прочитали присягу, были все красиво одеты. Молодым и немолодым сотрудникам при назначении на любую должность всегда у него будет наставник, который будет делиться опытом работы с ними. Ветераны пожелали молодому поколению сотрудников добросовестно исполнять служебные обязанности, в полной мере реализовывать полученные знания в работе, а также выразили надежду, что текст присяги станет для молодых сотрудников главным ориентиром в их службе. Сегодня великий праздник. Сегодня принятие День Конституции. Сегодня великий праздник присяга. Это святое дело, ребята. Действительно, для молодых сотрудников испытательный период в их службе закончился. Теперь они в полном объеме будут выполнять поставленные перед ними задачи и еще с большей ответственностью служебный долг. Для меня сегодня был волнительный, знаменательный день. Произнесенные мной слова клятвы буду соблюдать. Чтобы быть хорошим сотрудником, нужно быть честным, ответственным и внимательным к людям. Еще молодым ребятам, принявшим решение связать свою жизнь с полицией, пожелали, чтобы на протяжении всей службы каждый из них не отступал от слов присяги стать защитниками правопорядка. В заключении торжества его участники сделали общее фото на память. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.